Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня небольшой обзорчик новинок от Brunello Cucinelli. Возможно, это не совсем новинки, но это то, что я обнаружила, вот то, что я еще не видела. Там еще много вещей, они есть в первом моем обзоре, поэтому я оставлю ссылочку на этот обзор под видео в описании. Этого сезона, я имею в виду, обзоров было больше, но вот актуальный. И вот такая вот подборка, вот этот джемпер тоже, кстати, был, но я сначала на него не обратила внимания, а вот сейчас обратила, он достаточно таки интересный. И можно было бы с ним и поиграться, с этим джемперочком, такой летний вариант. Интересно сделан. Пока я не знаю как. Ну там, конечно, сшиты. Ну, в общем, интересно. Вот эта моделька, эта пончи. Обратите внимание, там, как обычно, у Cucinelli несколько моделей одним узором связаны. Это он любит, этот узорчик. Я в ближайшее время разберу. Шикарный узор, простой узор. За счет пряжи он очень выигрышно смотрится. Я думаю, он на многие вещи подойдет, поэтому очень скоро будет разборчик. Ну, пончо и пончо, это, понятное дело, два прямоугольника с отверстием под, ну, под горловину. Вот интересный жакетик, тот же узор. Пряжа тоже летняя, такой 3/4 рукавчик. Смотрите, широкий, ровный. Ну, хотя, я бы сказала, но мне кажется, что там не окат рукава, а там просто оно за счет пряжи формируется само по себе. Вот такой вот прекрасный, еще к нему я вернусь, вот в конце видео, летний кардиганчик. Вот этим простым узором. Так, вот это вот не совсем летнее, но это как бы новинка. Этого джемпера я не видела. Сначала я думала, что это градиент, а если присмотреться, то это, вот смотрите, здесь видно, это мохер и это узор, девчонки, это не градиент. Поэтому я его и включила сюда в обзор, этот джемперочек. Ну, классический, обычный джемпер. Ничего особенного. Ну, наверное же, пряжа. Вот третья вещь, которая связана этим узором. Это вот такой вот свитерочек, тоже простой. Спущенный рукав, вот кокон здесь популярный в последнее время. Вот. И такой оверсайзик. Хорошенький, мне нравятся такие вещи, вы знаете, что я люблю вот такое вот объемненькое. Вот, вот этот джемперочек мне очень нравится, возможно, я его и сделаю. В любом случае, узор я разберу этот в ближайшее время. Вот, кстати, были и уже девчонки повязали много с этими ромбами, там был свитер. А сейчас вот такой вот короткий кардиганчик. То есть он использует свои узоры в нескольких моделях практически всегда, девчонки. Вот, поэтому это я обратила внимание. Вы знаете, и чем дальше, тем у него узоры упрощаются, упрощаются, упрощаются. Вот это вот тоже как бы не летняя модель. Но довольно-таки интересный узор, он очень похож на вот эту нашу сетку, которую мы разбирали, которую я маечку вязала. Вот тут просто за счет буклированной пряжи вот получается такой вот эффект, и мне очень понравилось. Вот я попытаюсь найти какую-то такую подобную пряжу. Если у кого есть идеи, пишите мне под видео в описании, потому что мне действительно понравилось. Вот эта вот сетка, да, возможно, это не она, но мне почему-то кажется, что она очень похожа на ту сетку, которой я вязала белую майку, вот последнюю. Вот, и свитер тоже этим узором, видите? И вот последний, предыдущий обзор, тоже вот эти вот рукава ровные, я уже связала один свитер, и при том эти рукава ровные, они так прекрасно смотрятся, ничего, оригинально. Свитер ровный, рукава ровные, ну, в общем, прямоугольненькие, ничего. Это. Я, кстати, скрины поделала, видите, с ценами, чтобы вы видели приблизительные цены у Cucinelli. Здесь за счет пряжи, конечно же, эффект достигается, ничего необычного. Вот пряжа, не знаю, то ли это узор так уложен, то ли это пряжа такая вот секционная. Ну вот интересно получается. Ну есть такая подобная пряжа.
у кого-то я видела. Не знаю, кто производитель, мне она не попадалась. Ну и вот, вишенка на торте, девчонки, вот этот вот кардиганчик, который я хочу связать оперок. Вернее, сказать честно, я его уже начала вязать. Это узор, вот эти вот листья, которыми мы уже тоже, я вязала джемпер. Узоры джемпер я тоже оставлю под видео в описании, то есть подробный разбор этого узора есть. Вот. Ну и я, конечно же, вяжу. Начала, лежит он у меня. В общем, начались потом маечки, панамочки и сумочки. Отложила, потом у меня не хватило пряжи, опять отложила. Ну, в общем, все-таки я к нему вернусь, и я его доделаю в ближайшее время. Так, ну и вот следующий, как бы, кардиган. Тут я тоже не могу понять, как бы, ну, что там, ну, эффект пряжи. Потому что в модели никакого, как бы, ничего нету такого сверх-сверх. Ну, какие-то ромбы там просматриваются. Не знаю, какая-то интересная просто пряжа. Вот смотрите. Такое впечатление, что он даже не вязан. Из каких-то волокон, как бы, сделано полотно. Не знаю. Вот. Ну, поставила сюда, не знаю, что вы скажете. Ну, вот видите, здесь даже видно, что как это не вязка. Ну, и, конечно же, я зашла в шляпки. И здесь, смотрите, из рафии шляпа. И вот интересно, она так держит форму. Я, конечно же, вязать не рискну шляпу. Мне хватило одной панамки тоже. Вот на днях вам выложу видео. Вот эта шляпка интересная. Я посмотрела на нее, боже, какой кошмар. Но сейчас вы увидите девочку, в ней довольно-таки интересно смотрится эта шляпка. Вот. Поэтому удивил меня. Смотрите, вот мне понравилось на этой девочке, как она смотрится. Вот. Ну и рюкзак, сумки. Вот тоже, опять же, есть еще кардиган, я его не заскринила крючком вот этим узором. Смотрите, как здесь доработан рюкзак. Сейчас тут будет фотка. Он внутри. Вот смотрите, как это рафия, понятное дело. Как здесь все продумано, девчонки. Смотрите, как это все люксусно сделано. Очень красиво, мне очень понравилось. Смотрите. Красота. Рюкзачок. Смотрите, сейчас этим же узором. Этот узор я тоже разберу, потому что там и кардиган им. Кто вяжет крючком, я думаю, пригодится этот узорчик, клатчик. Я думала сначала, что это кошелечек, вот такой вот косметичка. Но нет, это клатч. Сейчас тоже будет на модели фотография. Вот, с моделью вернее. То это, конечно же, клатч и сумка, вот смотрите, все одним и тем же узором. Этот узор мы разберем. Возможно, я даже рискну связать сумку, фетром ее укреплю изнутри, и вот будет эффект кучинели. Вот, возможно, вот напишите, нужно вам это или не нужно, девчонки. Ну, а я с вами прощаюсь. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.